Вот у нас прошли занятия. Ну и братья Владимир и Никита пошли на городскую площадь для свидетельства. Ну, сегодня с собой не взяли аппарат, сильно холодно. О, помахали рукой. А слава Божию, благослови, Господи. Занятия прошли у нас. Отлично. Ну, взяли Евангелие. Сегодня 17 января. Это Никита, дальше Володя. Они уходят. За ними приехал Игорь. Вот машут рукой. Все, вперед. А Игорева машина стоит прямо рядом вот за этими, видать. Вон около столба. Вот она стоит. Вот они подходят. Я говорю, машина-то, Игорь, такая кургузая. Никита, что это означает-то? Не знаю. Ну, я давай, говорю, все слова-то записывай. И все будет понятно. Словарный запас будет увеличиваться. А вот у меня, смотрите, как она смотрит тоже. Палец сидит и наблюдает за этим. Машина тронулась. Тронулась, поехала, вон она уже где. Это мои братья поехали. Я говорю, сегодня-то день какой? Среда. Что особенного? Занятие. Кто ведет? Сергей Павлович. Никита Андреевич Колесников. Почему, говорю, не ведет? Ты же мог бы вести эти занятия-то. Он разбирается, Никита. Я его всегда зову. Вот сейчас мы с ним тут обсуждали. Как утром, вечером к Надежде Васильевне уходит, там часа два. Зачем ты идешь? Ну, это работа. Тебе здесь не дают работать? А работать он на компьютере. Ну, ладно. Я ему сказал причины. 5 причин, тебе не надо туда ходить. Тем более опыт уже есть отрицательный. Кто ходил туда, спекся. Ну, и главная эта причина, зачем ты туда идешь? Молчит. Значит, или не знаешь, или боишься даже вслух произнести. А сейчас Никита вернется, я буду говорить. Я только говорю по-горящему. 5 минут назад я с ним об этом говорил. Все причины выявил, зачем и почему ему туда надо идти. Ладно, я продолжу потом. Никита пошел за водой, колонка замерзла. Но есть она или нет, сейчас увидим, как он ведра берет. С водой идет. Слава тебе, Господи. Ну, тут теперь уже только дома. Погода. Сегодня сообщили, в Потеряевке шел человек и зарезало поездом на нашем разъезде. С Казахстана кто-то, без разрешения. Вот и все, результат. Непослушание. Никому не давали разрешения, никому, знать не знаем. Говорят, Александр звать. Сейчас позвонили только с Потеряевки. Жду, Никита сейчас зайдет. Натопили. Сегодня у нас 9 градусов было только тепла. Тепла все-таки. Мерзну я сейчас. О, так значит работаю, да? Да. Слава Христу. Ставь аккуратно. Вот так. Теперь бумагу рядом к нему пододвинь вот эту. Это вторую, нет, это нет. Вот эту вот. Разверни ее так. Пошли. Вот Никита сходил за водой. А время у нас, наверное, уже 7 часов вечера. Запутался как. Никакой мороз не пробьет. Вот сейчас все закроем. Вот все у нас тут. Вчера не работала, колонка застыла. 33 градуса было мороза. Сегодня у нас 22 января 2018 года. Вот печку затопили. Вот ее видно вон. Через щели. Можно даже маленько шевельнуть, чтобы показать огонь. Вот я беру. Вот тут показываю вам. Уголь. Уголя уже почти нету. На сегодня приехал, который дают и говорит. То ли 100, или 200 рублей больше за тонну. Ничего себе. А почему? Не объясняют. Ну то есть...
как всегда. Пойду еще выйду. Давай. Вот я побежал. Кочегарку здесь в храме топит. И кто-то вот здесь на кровати вот среди этой одежи сидит тут. И что-то маленький какой-то у него прибор такой. И компьютер свой. Это вот духовка у нас открыта. Фляга. А тут духовка. Дверка открыта. Запасная еще тут есть. Жесть. Закрываем полностью плиту. Потому что паля однажды опалила ноги. Прыгнула паля. А сейчас все закрываем. Вот так. Все, пока. Вот батюшка побыл у нас маленько. А тут, оказывается, Людмила болящая, тоже ничего. Ее сестра Таня на машине приехала. От Надежды Васильевны вышли, тут пошли провожать. Вот он. Володя пошел провожать их машину. Володя тут уже знает, что делать. Людмила что-то болеет, гемоглобина не хватает, что-то уколы дают или вливания там. Это домашнее переживание ей. Спаси ее, Господи. Ну что, Володя тут пришел. Вот он. Ну то уже пошли. Ну рассказывай, что там было. Че? А, что? Что там? Больше ничего, просто сели, поехали. Да, все. Ну ладно тогда. Слава Христу. Давайте, ешьте. Я ужинать не буду сегодня. О, батюшка приехал. А как вы узнали-то? По телефону позвонил. Да главное, кто там еще приехал-то? Алевтина, это, наверное, Татьяна. Батюшка стоит, высматривает. Он бегом бежит, Володя. Вот он. И женщина в штанах какая-то. На, Володя, это иди сюда, снимай. На, снимай на них, распоряжай. А я сейчас этот здесь быстренько вытащу. Надо переключить камеру. Она уже работает. Ну и что тут и сказать-то? Не сразу, это надо было сразу тебя позвать-то. О, ничего не сделал. Ну вон, Кенс, вот сюда нажмите, вот сюда. Что теперь здесь? Это надо вот, вот эту вот теперь только поднимать. Вот она.
это уже не наше, что батюшка-то ушел. Тут это только надо довести. Это еще кто же такой в шапке-то вот такой, в капюшоне, обрамленном зверем? Это Алевтина Пантелеевна. В штанах. Еще кто-то. Вот это Татьяна, может быть. А дальше уже не наше дело. Открыто, нет? Машина вплотную, только хвост видать. Тут никого не видно. Вот она машина. Ну и все, больше ничего нет, это ее машина. Он говорил, что приедет. А еще он приехал-то, я так и не понял. Что такое важное? Ну ладно. Все, отрывать можно. Достаточно. Ладно. Для разнообразия. Вот пошли в город, ребята. Три поклона. Первый тут Никита повыше ростом, это Володя. Вот так уходят на Благовестие. Рукой помахали мне. На улице холод. Идти надо воробьев, жуланов, голубей кормить. Не знаю как. Все, помолились, прошло собрание, занятие. Все, вперед. Это по воскресеньям ходит. Сегодня 28 января 2018 года. Снег выпал. Это Володя убирает снег. Вот он куда прошел. Чего рыжая пришла? Паря-то не видать. Давай, уходи. Володя где вышел? Я еще не выхожу снег-то кидать. У меня от поворота позвоночник операция была. Это я потом не могу с кровати даже слезти. Он сползает сразу. Вот Никита сегодня выходит, 26-е, дымится машина,
Это Игорь Лебунов. Никита к нему уходит. Садится. Это как удобно. Все. Самый рассвет. Зеленое все. Момент. Благослови его, Господи. Но сейчас Никита везде говорит, Никита, это изменение есть в лучшую сторону. Благодарят там меня. А те, которые нападают, у них ничего и нету. Нету. Сейчас показали там старообрядцы. Ну, это люди, которые землю поднимали. Все. Ну, дальше-то не идет никак. Девчонка за столом сидит без платка. Это уже никак. А Евангелие раздавать не пойдут. Вот у нас мы раздали в окрестности только. По домам ходили, людей собирали. 30 тысяч с лишним. Он ни одного. Он и не пойдет никогда. Лежит псалтырь на славянском языке. Ну вот посмотрел еще, чему научусь. То есть удаление от мира, это понятно тягота. Ну дальше-то удаление от мира, и мы разве ушли от мира? У нас работа идет, благовестие. Открыта школа, он детей не пускает в школу. Ну жизнь остается жизнью. Ты так сделай, дезинфицируй, проработай, чтобы к ним зараза никакая не приставала. Вот Игоря видно, что там собирается. Старообрядца полголовы закрывает, а полголовы нет. Полуверующие. И доказывать не надо, что речь идет не о замужних или замужних. Там нет этого ничего. Откуда взяли? Замужние, незамужние. Я бы описал, все незамужние, все без платков. Эти средние. Вот и все, Никита поехал, сейчас с Игорем работает. Что-то не срабатывает. Не отвечать, ничего не лезть. А сейчас зашел вон внутрь? Нет, тут стоит. А? А, приклеивает. Открыла, сама не знает кому. Закурил? А? Закурил? Закурил, во. Смотри, не подходи к двери, не спрашивай. Кого-то ждет, наверное. Телефон у вас. Говори. Говори. Ну, а ты открыла, конечно. Так. Да ничего. Так, ну-ка, вот так, сходи. Сходи, узнай. Что за почта? Мы посидим отсюда. Быстро только. Вон он где. Там машина. Он идет, куряха. Надежда сильная или еще он пошел? Зачем? Все, он в ящик засунул и пошел. А он, Никита, бежит.
туда пошел куда. Никита берет тут. Напротив надо вставать, не сбоку, вертикально съемку вести. Засунул туда, наверное, вытащить не может. Ну что-то много там засунул. А? Много что-то засунул-то. Что-то достает и достает оттуда. Ну еще нету, ладно, пошли обедать. Еще тут нет такого. Это нормальное явление. Ну что, суббота сегодня, и в субботу они тут не работают, почта-то ничего уже. Работает, работает. Почта работает в субботу. Главпочтамт работает, а эти, как правило, не работают. Все, сейчас он что-то поднесет. Выключать? Вот он идет, видите. Лежа. Ты куда просишься? Отойди от двери. Отойди. Отойди. Ну и что? Что, получайте почту. Это Ивана, поздравительная, с праздником. Вот еще. Ну-ка, тут только непонятно кого. Это не нам совсем. Ну-ка. Ну да. Хотя написано Ползунова 6. А Мальму РЮ. Да, такое все не нужно. Никола на берсеневке, а то у них листки выходят. Mm-hmm. Потом посчитаем. Давай обедай. Все? Все. Вон бабка идет. Что я вижу? На кусте у нас калина, столько свиристели, ну, через окна, через решетку видно. Такие красивые они. Такие все колобочки. Рядом прямо у меня тут калина много. Вот она где. Так они еще и здесь на яблони сели. Вот они внизу. А на улицу-то выйди. Сейчас только там был, они вверху были там где-то. На елке. Да. Вот и в городе как удобно. Когда свое есть, сад тут, что-то, и птички, и люди, и ребятишки тут могут что-то сорвать. А в многоэтажных домах-то ничего и нету. Это сегодня у нас 26 января 2018 года, пятница. Ну, утром встали, сейчас 4:47, тут видно. И вот показывает на 6 глазках одинаковое. Идет снег. Прижались, говорит, снега нет. И все подтверждают. И я никому не могу поверить, почему мелкие частицы летят, а они отображаются. Но идет что-то там, как такое мелкое, что даже человек и не замечает. В виде тумана. Вот доказательство. Даже холодно. У нас сегодня льдом покрылось ведро под умывальником. Так, ты говоришь, что на улице нет снега, Никита? Да. Нету. Надежда Васильевна, есть снег или нет? Нет. Тоже не видно. Володя, а? Есть снег, идет или нет? Нету. Нету. Ну вот смотри, 3 свидетеля пришли, я ни одному не верю. То есть там идет что-то мелкое, чего они не видят. Аппарат не может показывать такое. Вот. Так что сегодня надо...
доверять кое-каким приборам, которые больше видят. Я потом посмотрю, что сводка погоды дает. Все на этом. Молимся. Считаю. Я еще не читаю.